На борту остаются 10 человек экипажа. К счастью, здоровью и жизни членов команды ничего не угрожает. Также известно, что на судне находится порядка 25-30 тонн улова хамсы. Запас ГСМ минимальный. Рефрижераторы, сохраняющие груз, скоро прекратят работу. Анапские спасатели ведут общий мониторинг ситуации. Меры к вызволению судна предпринимает Министерство транспорта Российской Федерации. В настоящий момент мы, в соответствии с постановлением правительства в рамках полномочий муниципального образования, это постановление правительства 334, которое определяет порядок обмена информацией. В связи с этим алгоритмом была доведена информация до всех структур, в том числе и надзорных, на контроле эта ситуация Минтранса. По плану ликвидации этой аварийной ситуации должно быть задействовано судно, которое выйдет из Керчи. По нашим данным, это судно не вышло ввиду того, что в том районе действует штормовое предупреждение. Также известно, что серьезных повреждений судна нет. Утечки топлива не зафиксировано.